Так региону удалось настроить экономику на работу в условиях санкционных ограничений. Ситуация лучше прогнозируемой. Важно не сбавлять набранные темпы, говорит губернатор. Нельзя упускать из виду даже малейшее замедление. Только стабильно работающие предприятия позволят обеспечить необходимыми средствами социальные и инфраструктурные стройки, поможет выполнить все обязательства перед жителями. Здесь есть статистика, даже очень положительная, очень. А люди ее не видят в окружающей жизни, вокруг себя, в карманах ее не видят, эту статистику положительную, то значит нет этой статистики. Давайте оценивать категориями людей, простых людей. Если в карманах ничего не прибывает, а статистика растет, то тогда, еще раз подчеркиваю, для них нет этой статистики и нет этого роста, потому что в семье, в семейном бюджете ничего не растет, а у нас в статистике растет. Но это профанация. Не нужно этим заниматься, коллеги. Давайте оценивать реальную экономику, реальные зарплаты, реальное качество жизни людей в крае. И вот это будет реально. Глава края определил и задачи, которые стоят перед регионом в текущем году. Так необходимо обеспечить положительную динамику по всем отраслям. Увеличить валовой региональный продукт края до 5 триллионов рублей. Промежуточные итоги уже показывают рост экономики почти в 104%. Наибольшие темпы роста показывает оптовая торговля, строительство и промышленность.